В Югре создадут уникальный для России инжиниринговый центр. Принципиальная договоренность об этом была достигнута накануне. Соответствующий документ был подписан между компанией «Газпромнефть» и правительством округа. Проект предусматривает создание в Ханты-Мансийске центра по разработке и тестированию технологий в сфере добычи углеводородов. Он станет одним из генераторов новых идей не только в масштабах страны, но и всего мира. Сроки реализации проекта пока конкретно не называются. Ориентировочно это 2018 год. Мы хотим сделать его на первом этапе как центр для разработки наших технологий. Но в перспективе, в самой ближайшей перспективе, это будет открытый центр, на котором могут испытывать свои технологии и оборудование российские нефтяные компании и производители оборудования. Также темой переговоров стало импортозамещение. Речь идет о замене моторных масел иностранных производителей на те, что производит компания «Газпромнефть». Российские масла не уступают по качеству зарубежным аналогам, но при этом в несколько раз дешевле, что для бюджетных организаций является ключевым моментом. Кроме того, на встрече обсудили налоговые льготы для нефтедобывающих компаний, а также сотрудничество корпораций и округа в дорожном строительстве. Компания успешно занимается производством битумных полимеров, применение которых может улучшить качество югорских дорог. Югорчане очень подвижные люди. Для нас очень важна развитая автомобильная сеть и ее достойное и хорошее нормативное состояние. Поэтому предложение компании относительно того, чтобы при этом применялись современные материалы, те, которые дадут возможность увеличить срок эксплуатации дорог после ремонта или нового строительства. То, в чем мы нуждаемся.